Давно я не испытывал телевизионной приставки, и вот решил этот недостаток исправить. Так что обзор новой приставки, раньше я про такие не слышал, называется Open Box, номер у нее 009, российские технологии крупными буквами написано на коробочке, и персональный видеомагнитофон. Видимо, позиционируется данная приставка как приставка с хорошими возможностями записи телепередач. Ну, видимо, на USB накопитель, на флешку. Ну, будем вскрывать и посмотрим, что там внутри. Так, сам тюнер. Вот он. Не будем бросать, как в новых продвинутых видео. Вот тюнер. Металлический корпус. Есть вход, есть выход, что позволяет подключить второй телевизор без проблем при помощи обычного антенного удлинителя. Есть вход. Непонятно. Два комплекта AUX-а. Есть два комплекта AUX-а. Есть HDMI. Так, с этой стороны большое количество кнопочек. Это позволит нормально управлять данной приставкой. Есть USB вход, в который мы, конечно, вставим флешку. USB накопитель. Ну вот. Так выглядит неплохо. Что в комплекте? В комплекте пульт. Провода. Батареек нет? Батареек нет. Есть инструкция. Вот попробуем посмотреть, что тут у нас про запись. Так, видеодеки, примечание, утилизация, сертификационная карта, устранение неисправностей. Так, что у нас тут есть? Что у нас тут есть? Трам-парам. Что-то как-то сходу я про запись ничего не нашел. Видимо, придется разбираться самостоятельно. В пульт вставляем батареечки. Новые, проверенные. Подключили приставку к сети. О, что-то происходит. Так. У меня тут все записывается. Посмотрим, как пойдет процесс. Язык русский, страна Россия. Пульт работает. Кто-то жаловался. Сразу пошла настройка. Посмотрим, насколько настройка быстрая. В Санкт-Петербурге две частоты, где передаются первый и второй мультиплекс. Это 586 и 666 МГц. Ну, посмотрим прямо из коробки, все ли получится или нет. Или придется что-то вручную донастраивать. В принципе, приставка такая солидная, множество кнопок. Ага, значит, на частоте 586 найдено 3 радио и 10 каналов бесплатного цифрового телевидения. Первый мультиплекс. Первая часть выполнена. О, и вторая часть выполнена. Итак, основную функцию, скорее всего, эта приставка выполнит. То есть, по ней, при помощи приставки можно будет принимать 20 каналов бесплатного цифрового телевидения. Дождемся завершения и посмотрим, что дальше. Цена приставки 800 рублей, так что не очень это, прям скажем, много. Сохраняем данные. Вот что-то происходит. Ну, звук выключен. Так, тут что-то происходит.
Так, хорошо, теперь найдем кнопочку «Инфо». Инфо, нет, сначала найдем кнопочку «ЕПГ». Вот она, это какие каналы, что у нас тут показывается. Ну, например, перейти на как звезду. Можно так, через кнопочку. А вот так, то есть сначала надо вправо. Угу. Здорово. А как, нажав кнопочку? Так, ну интересное дело. Так, хорошо. Ладно, давайте попробуем. Так. Ну вот уже некоторая путаница есть. То есть программа передач это, конечно, хорошо. Так, попробуем уйти в меню. Так, перешли в меню. Установка ТВ. Трам-парарам, Apple, YouTube. Ну, даже YouTube есть. Можно попробовать и YouTube поставить. Но чуть попозже. Пока давайте мы попробуем в ТВ войти все-таки. При помощи ЕПГ. Ой, как интересно, нам перейти на звезду сходу не удалось. Вот, просто нажав. Непонятно. Может быть, надо было ЕПГ просто нажать? Не знаю. Давай еще раз попробуем. Так, ЕПГ. Значит, перейдем, предположим, на пятницу. Нажимаем ЕПГ. А, понятно. Ну, как-то немножечко сложновато. Вот, дешевая приставка, получается, имеет такие особенности. О, я нашел кнопочку «Инфо». Так, «Инфо». Вот, второй раз нажал, три раза и... Так, ну, понятно. Очень сильный сигнал, качество 100%. Так, первый раз нажали, получили информацию о передаче. Второй раз нажали, получили информацию о качестве сигнала. В данном случае у нас очень хороший сигнал. Хороший уровень и хорошее качество. Так, ну и передача. Пятница. Почему пятница? Мы вроде бы уходили на другой канал. Или на пятницу в результате мы ушли. Ну давайте попробуем еще раз ЕПГ. Так, ну и давайте на 10-й канал. Там парам. 10-й канал. Нажимаем ОК. Вот нажимая ОК, ничего не происходит. А если Exit... О, надо жать Exit. Так, ну хорошо. Значит, с этим разобрались. За 800 рублей приставка работает. Качество хорошее. Свои 800 рублей, скорее всего, стоит. К покупке, если без функции записи, которую мы сейчас будем проверять в следующий момент, вроде как все хорошо. Итак, часть вторая. На коробочке написано «персональный видеомагнитофон», в инструкции об этом нет ни слова. Ну вот это беда, конечно, всех приставок. Я пока не видел ни одной приставки, в которой было бы подробно расписано, как пользоваться функцией записи, как использовать тайм-шифт. Вот кнопочка «тайм-шифт» есть. Сейчас я попробую на ней. Вот она, «тайм-шифт». А как ей пользоваться, в инструкции не написано. Честно говоря, я уже... За год-то подзабыл, как этим пользоваться. Вот, и хотелось бы каких-нибудь подробностей. Ну, подробностей здесь никаких нет. Есть тайм-шифт, включение функции тайм-шифт. Замечательно. ПВР, доступ к ПВР-режиму. Что такое ПВР-режим? Я не помню. Так, здесь тоже про использование. Ну что, придется идти в Google и выяснять, как там все это делается. Может быть, наступит ясность. Стало ясно, прогуглив, что ПВР – это персонал видеорекординг. Ну, примерно так я и догадывался. Вот отсюда и надпись «видеомагнитофон персональный» на коробке. Напоминаю, что про то, как пользоваться этим ПВР, ничего не понятно.
вот у нас есть пульт, внизу у нас там есть кнопочки, ПВР и так далее. То есть все остальное это отдается пользователю методом проб и ошибок. Надо определить, как это все работает. Ну что, попробуем? Нажимаем кнопочку ПВР, красную такую. Чпок. Нет накопителя. Ну, сейчас будет. Найден накопитель. Значит, все у нас хорошо. И, наверное, теперь можно попробовать воспользоваться кнопочкой ПВР. Запись. Ну, давайте нажимаем ПВР. Так. Нет подходящих файлов. Ну, хорошо. Exit. Так. Наверное, это только когда уже что-то записано. Есть такое подозрение. Но есть кнопочка, похожая на кнопочку «Запись». Инициализация записи. Это такая кнопочка с красным кружком посередине. Вот запись, наверное, пошла. Ну, давайте посмотрим, что тут у нас творится. Пока не будем даже программу менять, непонятно, можно это на ходу делать или не можно. Или нельзя. Вот. Ну, мы что-то вот записали. Предположим, стоп. Кнопочка стоп в нижней части. Нажмите Enter. Так, а Enter-то где у нас? Enter. Так, наверное, остановили. Но теперь нажмем кнопочку PVR. Вот опять эти кнопочки в нижней части. Вот она. Красная кнопка будет ПВР. Нажимаем. О! Что-то пошло. Ну, давайте пробуем. Ага, запись есть. Дождемся до конца. Что будет после того, как запись закончится, интересно. На дисплее при этом ничего не происходит. Угу. Просто пауза. Выходим в телевизор, на ту же программу, которую записывали. Что, по второму кругу пошло? Так, наверное, пошло по второму кругу. Пауза. Так, и возвращаемся в телевизор тогда уж. Тогда уж в телевизор. Так, при помощи Exit. Опять же, не очень очевидно, как этим всем управлять. Потому что жмешь одну кнопку, жмешь вторую кнопку. Так, вот вроде мы вышли. Да, теперь мы просто смотрим телевизор. Ну и было бы интересно нажать еще кнопочку Time Shift, что при этом произойдет. Так, вот есть ли у нас такая возможность? Инициализация записи. Так, мы ставим на паузу, то есть мы теперь, предположим, куда-то отошли и хотели бы просматривать эту передачу через какое-то время. Для этого есть кнопочка Time Shift, сдвиг времени. Вот пока мы пойдем на кухню, попьем чаю, здесь передача будет записываться. И потом, после того, как мы нажмем кнопочку «Воспроизведение», она должна воспроизводиться. Ну вот, предположим, мы чай уже попили, нажимаем кнопочку, и теперь у нас записанный кусок воспроизводится. К записанному куску никаких претензий нет. А вот что будет после того, как запись закончится? Посмотрим.
Ну, пока огоньки весело играют на флешке, моргают так, есть предположение, что это все записанное. Понятно. Значит, у нас функция TimeShift включена. Это означает, что происходит запись передачи, и через какое-то время с той временной паузой, которую мы пили чай, воспроизводится программа. То есть непрерывно у нас происходит запись и непрерывно воспроизведение. Вот. При этом, если мы нажмем еще раз паузу, все это продолжится. Опять же начинается запись передачи. Вот. Теперь уже больше тот кусок записи, который на USB флешке записан, потому что мы второй раз. И отставание от текущей передачи, соответственно, больше. Вот. Ну, все это легко и удобно. Так. Ну, претензий к таймшифту и записи видео я не вижу. Так, можно это вообще остановить безобразие? Мы хотим остановить таймшифт? Да. Окей. Мы останавливаем таймшифт и сейчас переходим в режим реального времени воспроизведения телепередачи. Так. Выводы по этой приставке. Плюсы – это большое количество кнопок. Я их не пробовал, но надеюсь, что они все работают. Второе – TimeShift и запись действительно поддерживаются. Ну, более-менее как-то все очевидно и все понятно. Хотя инструкция не помешала бы. Вывод – приставку эту можно покупать, приставку эту можно рекомендовать. Вот. Ну а про надежность китайской техники я вам ничего рассказывать не буду. Поскольку, судя по всему, это ноунейм, то вся ответственность за использование, за гарантию ложится, скорее всего, на потребителя. Хотя и куплена это была приставка в очень приличном месте. Вот. Подозреваю, что гарантийные мастерские отсутствуют. И если приставка уедет в какой-нибудь регион, починить ее будет проблематично. Ну, цена позволяет рассматривать ее как одноразовую. Вот, сломается, ну, выкинуть. К сожалению, по-другому никак. Выкинуть, если сломается. А пока работает, пусть работает. Всем спасибо. С вами был канал Antenna.ru. И мы с вами рассматривали ТВ-приставку OpenBox 009. За 800 рублей.